Всем привет! И это мое второе видео сейчас. И я покажу, как сделать винлокер вот такой в формате бат, чтобы разыграть друга. Или я не знаю. На самом деле он не опасный, такой шуточный. Но может хорошенько напугать. Смотрите, что для него понадобится. Правой кнопкой мыши нажимаете и выбираете создать. Здесь текстовый документ, вот. Вот он у меня уже есть, новый текстовый документ. Вот он. Вот он такой. И заходим в этот текстовый документ. Вот эти все надписи в описании будут. И вот это вот у меня неправильно. Тут на русском нельзя писать, а то будет ошибка из всяких символов непонятных. Вот Windows is locked, значит, Windows заблокирован. И вы вот это вот в описании все копируете и вставляете в текстовый документ вот это вот все в блокноте. Вот. Когда вы все вставили, сохраняете это, вот. У меня же сохранено. Вот. И теперь сохранить как? Пишите любое название, какое вам нужно. И обязательно .bat. Сохраняйте. Вот это вот ваш пароль. Вот это. Вот это ваш пароль. И тут много чего. Вот этот color O0 и C делает зеленый цвет на черном фоне. Вот она, это. Вот название непонятное. Нажимайте. И вот что происходит. 1298. Enter. И все заработало. Сейчас прогрузится. Что-то у меня тут подзависло пока. Загружается. Вот у меня долго прогружалось это все. Вот оно загрузилось. Короче, вот он, этот винлокер. Это у меня прошлый. Вот еще этот GVGVG, который я сейчас создал. И вот это вот у меня замаскированные вирусы. Сейчас. Вот это замаскированные, типа. Вот это. И вот это. Это замаскированные. Вот это вот у меня винлокер. Это Start Explorer, который открывает много проводников. Это просто типа матрицы. Вот они. Короче, вы все поняли, как создать вот это вот вирус. Сейчас. Я скопирую это заранее. Копировать. Все. Вы все поняли. Всем пока-пока и удачи.